20 мая 2018 год, солнце пытается пробиться на 13-й велодень. Пошел дождик, который обещали нам после обеда. Обещанного 3 года ждут. Да нет, это даже раньше, чем положено, начался. Ну, по-моему, мало кого это расстроит. Будем надеяться, это локальное явление. Без 3 минут сейчас буквально выезжает колонна. На площадь Свободы, к месту общего старта. О, у нас тут и полиция есть, сопровождение, будет вообще красота. Будем ехать.